Оба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Among Us на Nintendo Switch. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита на новой карте. Как ты понимаешь, я нашел братишек, у которых тоже есть Nintendo Switch. Возможно, сейчас мы с тобой хотя бы одну карточку поиграем. Еле как их нашел на одном зарубежном стриме. Вот, да. Приходится как-то так вот импровизировать. Если ты с телефона, к примеру, присоединишься, да, у тебя будет чисто черный экран, и ты не будешь видеть вот этого контента. А тут у нас, как ты понимаешь, так 8, нифига себе, 9, 9 зашло, офигеть! Вот это будет сейчас круто. И у других, смотри, тоже есть... Вот эти вот скины, блин, это круто. I'm Switch Player. На самом деле на Nintendo очень сложно играть. А почему? Объясняю, друзья. Потому что у меня дрифтует постоянно джойстик. Меня это бесит. Надо его продуть наконец-то, чтобы он нормальным был. Но время. Так, главный зал, карцер, двигатели. Давай, наверное, в главном зале мы с тобой стартуем. Итак, подать энергию. Посмотри просто на размеры этой карты. Я тебе сейчас покажу. Посмотри на это. Какая она здоровенная. Но, возможно, будет... Возможно, друзья, будет, что... Так, покидает уже игру. Что мне тут надо сделать? Что? Смотри, что происходит, блин, давай, ну-ка, мусор. Блин, застрял. Это когда мамка просит вынести мусор. Ну-ка, давай, быстро. О-о-о-е! Капец. Блин, как это круто они сделали. Действительно, очень-очень прикольно. Друзья, не забывайте ставить лайки, мне будет очень-очень приятно. А вот у этого братишки, снайпер Гэнг, у него старая версия, то есть он с мобилки, скорее всего, зашел. Видишь, он просто на месте стоит, у него черный экран. Так, меня преследует, мне это вообще не нравится. Такое чувство, что сейчас... Видишь, снайпер Гэнг покидает мистер Томато. Да! Вот так вот и бывает, друзья. Вот так вот, в принципе, и бывает. Но мы можем дальше с тобой, в принципе, повыполнять задание. Посмотри, какая здоровенная. Как тут очень много всего. Это очень-очень круто, ребята. Так, давай посмотрим дальше, что тут есть. О, еще труп. Вау, посмотри на это. Это очень круто. Мистер Томато. Вот тут можно спрятаться, ребята. Блин, здоровенная куча денег, офигеть. Так, нулевой. Тоже тут у нас есть. А, ну, давай что-нибудь сделаем хотя бы для приличия. Ну-ка, вот это. Так, ну это было, кстати. Это, друзья, было, поэтому... Вот, спокойно, мы с тобой очистили. Задание выполнено. Что у нас еще есть? А, ну это мы выбросили мусор. Все правильно. Ну, блин, что новое? Вот этот пакет вот так вот приходится. Поражение. Угу. Давай, конечно же, еще с тобой сыграем. Блин, это прикольно. И я думаю, я еще одну серию запилю, третью окончательную, где мы с тобой еще обозреем ее всю. Посмотрим каждый угол, каждое задание. Так, давай. Блин, главный зал, это на самом деле очень-очень плохая идея. Уже закрыли, смотри. А, нет, все нормально. Помыть туалет просто. Ну вот какого фига такое вообще задание есть? Помыть туалет, ребята, что? Так, давай. Опа, а тут зак... Не-не-не-не-не, вот, тут вставьте карты, провести картой. Блин, на джойстике это сложно, ребята. Да блин, меня уже открыли. Мне уже мистер Томато открыл. Капец, я бы там год бы, наверное, делал бы это все. Так, ребята, вы давайте, а я тут важным делом буду сейчас заниматься. Блин, звуков не хватает. Ванту за вот этого. Так, ну-ка давай-ка посмотрим, кто же был, друзья. В Хэре. Американцы, да. Где? В принципе, как и мы. То есть они не отличаются толком. Они тоже говорят, где? Сейчас начнется что-то. Кто-нибудь подозрительный. Ну-ка. Мистер Томато, он вроде как проверенный. Мэтт. Каждый подозрительный. Сус. Непонятно, друзья. Ну давай, короче, скип. Скипнем, друзья, чтобы
продолжить дальше. Видишь, в чем проблема? У меня нет друзей, кто играет в Among Us, и нет друзей, которые... Ну, с которыми имеется в виду, в Дискорде я сижу, и у них нету Nintendo Switch. Понимаешь, в чем проблема? То есть, как бы приходится импровизировать, друзья, приходится, блин, заходить на иностранные стримы к другим братишкам и... Вот. Так, давайте, ребят, быстрей. За Мэтта кто-то проголосовал, смотри. Розовый. Боб Кросс. Возможно, кстати, он и есть. Никого не выбросили. Пропуск. Берегитесь еще двух предателей. Да что? Вот меня бесит то, что дрифтит джойстик. Хватит. А, нет. Так, можно так, можно так. В принципе, стоп. Главный зал. Давай еще раз. Мэтт. Я думаю, он не предатель, друзья, потому что за него проголосовали. За него проголосовали, поэтому 100%. А невыгодно, понимаешь? Предателям невыгодно просто пропускать. Им, конечно, нажать, кого-нибудь выгнать. Короче, смотри, в чем прикол я тут нашел. Смотри, как можно спрятаться. Смотри, как... Опа! Кнопку кто-то нажал. Боб Кросс. Так, он опять за Мэтта, хочешь сказать? Я что-то думаю, что... Зачем он нажал вообще кнопку? Блин. Ребята, вот вы сейчас скажете, что... Ну и что вы тянете? Поверьте, чтобы написать на Nintendo Switch, это надо вот как-то... Так. В общем, это капец, сколько времени уходит, поэтому... Вот, если честно, я не советую на Nintendo Switch прям играть, ребят. Очень сложно. Правда, очень сложно. Так, ждем, друзья. Когда там будет? Ну-ка, покидает игру. У нас тут началась дискуссия. На самом деле, такое очень редко бывает, но в Among Us он покидает игру. Да блин, да что ж такое-то? Давайте скипаем. Скипаем. Чисто проголосовал и вышел. Отлично, нормально. Замечательно. Так, все скипнули. Смотри, все скипнули. Пока непонятно, кто может быть подозрителен. Да каждый может подозрительным-то быть. Никого не выбросили. Сами выбросились, друзья. Еще два предателя, ты хочешь сказать? Серьезно? Так, я Мэтту доверяю. Если честно, я Мэтту доверяю, но проблема в том, что доверяет ли он мне? Если я за ним буду ходить, я уже 100 раз такое смотрел. Если я буду за ним ходить, все, избежать столкновения 9994. Что за фигня? Так, сортир накачан, нормально. Вон то сам сделали кое-какие делишки, блин. Так, да нет, да господи, ну быстрей. Какого фига, блин? Давай! Да черт, ну как же? О! Брат, спасибо. Или... Не, я сам вроде открыл. Это капец, на самом деле. Опа! Хай. Скачиваем. 5 дней, 1 день, 10 часов. О-о-о! О, пацаны. Блин, как это круто, ребята, как это круто, реально. О нет, я не могу. Поражение. Ах вы засрали, они специально это сделали, смотри, как получилось у них. Это так сложно на Nintendo Switch, вот я тебе серьезно говорю, вот это вот все сделать, он, блин. ГГ. Так, идем с тобой дальше. Сейчас мы с тобой еще хотя бы 2 каточки давай сыграем. Блин, мне очень понравилось. Ну, понятное дело, с игроками круто, намного круче, когда ты в одного играешь и просто и следующий такой. Ну да, окей, нормально. А так, в принципе, видишь, уже все играют, кто на Nintendo, на новой карте. Притом она на смартфоны выйдет только в январе 2021 года. Прикинь, как это... Блин. Но они, я думаю, доработают, сделают там всякого интересного, нового.
Так, ждем еще, наверное, одного и пойдем. Nintendo Gang. Это прикольно. Как же этот дрифт меня напрягает, друзья, как же он меня напрягает. Когда же он уже наконец-то пропадет? То я уже не могу, на самом деле. Шапка. Может, что-то новенькое. Давай сырного. Или вон, Элли тут есть, прикинь. Так, вот еще шапка. Офигеть. Давай сырную. Так, и попробуем с тобой. Так, костюм, питомец. Блин, у меня такого нету. О! Во, офигеть, вот это прикольно, друзья, вот это прикольно, сырный. Ну что ж, друзья, давайте еще последнюю каточку за вот этого сыр-сырыча поиграем. Интересно. Ух, кухня нуля, ну это просто вот, ну вот это вот я понимаю, это шикарно. Блин, джойстики выскакивают, когда не надо, блин, посмотри, бургер. Блин, посмотри просто на это. Дядька, ну-ка, не подходи ко мне, не подходи ко мне. Блин, кухня это круто. Мне сразу жрать захотелось. Отлично, просто прекрасно, друзья. Просто прекрасно. И я не убийца, блин. Вот это очень круто. Смотри, оружейная комната. Ну сейчас по-любому кто-нибудь починит. Так. Главный зал управления. Офигеть, это прям вообще очень круто. Почините, пожалуйста, свет. Пожалуйста, ребята. Что вы так долго-то делаете это в кабине? Надо, кстати, что-то нам сделать, починить освещение, так, скачать данные. Вот, можем сюда пока встать. О, отлично, давай, скачивай. Давай, братишка, вперед. Мой планшет. Блин, кто-то не хочет чинить, блин, что за фигня? Смотровая палуба, пойдем туда теперь. Ой, блин. Так, на кухню. И сюда. В полной темноте. Что это такое? Что за uploading? Connection. Смотри! Офигеть. Так, одна палочка. Perfect. О-о-о, сюда, 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 сюда. Блин, у кого такое было, пацаны? Блин. Как дурачок вот так вот делаешь, блин, трясешь. Чтоб интернет, блин, был. Ой. Это знакомо, когда я в больнице лежал, пацаны, вот такое было. Так, Мэтт здесь, мы же не будем к нему подходить на всякий случай. И, ребята, самое интересное, что на этой карте вроде как, может быть, даже будет 20 человек. Понимаешь, в чем прикол? Так, опа, интересно, интересно, что тут электросистемы, как нам надо это... А, тут надо потихонечку, 4... Блин, опять они вырубают, смотри. Первое. Так, первое. Раз. Это третье. Ну-ка, мне прям интересно. Блин, клево исследовать. Второе. Вот, видишь, как тут надо? Как нужно, друзья. Третье. И у меня... Нет, только не эта батарея разрешена. Блин, мы не закончим. Мы не закончим, блин, нет. Ё-моё. Они разряжены. Разряжены, друзья. Вот такой вот эпичный финал у нас в конце, друзья. Но не переживайте, потому что следующая серия выйдет скоро. Мы еще поиграем обязательно на этой карте. Я заряжу обязательно, обязательно, друзья. Блин, капец какой-то. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.